Для туризма придумали два типа баллонов. Резьбовой и цанговый. Это же пузатый и длинный. Пусть будет по-твоему. Берем пузатый. На него горелка сразу накручивается по резьбе. А вот на длинный ты просто так ее не присобачишь. Нам понадобится вот такой переходник. Зажигаете газ, особенно с цанговым баллоном. Никогда не открывайте газ на полную. Цанговые баллоны, у них будет расход немножко больше. Ну и пламя, соответственно, сильнее. Длинный баллон у нас одноразовый, а пузатый можно перезаправлять.